Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Ярослава. Он попросил расставить ему таланты. Я зачастую отказываюсь от таких предложений там в плане расставления талантов, но согласился, потому что многие все равно до сих пор из вас спрашивают, что кому ставить, как ставить, куда ставить. Вот сейчас мы попробуем потрешивать. Находится он гид и покемон, босс 21, испытание 2 в 20.30, то есть босс 2. Кидайте заявочки, вступайте, участвуйте только в битве гильдии. В общем, такой вот у нас аккаунт. Аккаунт, по сути, бездонатный. То есть нету тут ни шапки, ни минотавра, ни прочей дичи. Минимум всего. Он попросил расставить таланты. Сейчас мы посмотрим, что у него делается вообще по героям. 66, неплохо. Бигфута нету. Зефирки, понятно, нету. Коммодора есть, ПБшка, ворожей, сердцеедка, ведьма. Ну, в принципе, для игры, как у меня на сардельке Махатма есть. Уже даже эволюция есть. Вот так вот. Поехали отсюда посмотрим. Оу, щит. Это, конечно, жесть. Ладно, тут я согласен. Фрея для битвы гильдии подойдет. Ставишь утекание там, либо маскировку, куда ни шло, можно. А Махатма, конечно, жесть полная. Испортачил. Почему? Потому что сюда идет утекание, СО. Это два таких самых топовых. Либо там еще бас там ставят, там, не знаю. Ну, выживание, да, она становится неуязвимая, но надо рунами ставить не утекание тогда. Ну, не знаю, бессмысленно, я считаю, вот такая вот сборка. Да, она себя еще там режет по себе входящий урон, но это все равно, это немножко не то, как по мне. Может, она и тащит. Тыковка. Тыковка топовая, в принципе, отлично. Восьмой ожог. Полный бред. Ладно, тут куда ни шло, я сам таким пользуюсь. Хороший, но вот это просто... Короче, no comments. Замедление на Анубисе. Стрелок, девятая жива. А какой смысл? Считаю бессмысленно. Лучше тыковки бы девятку качнул. Купидон, топчик. Топчик. Ну, это так. Рогатка, выживание, ну, бессмысленно. Хорош, с бастом пойдет. Каменку бессмысленно вообще качать на хроне. Хорошо, хоть не ожог. Короче, это любитель замедления. Капец. Я надеюсь, что вы делаете со своими аккаунтами. Так, ну ладно, еще пойдет берс. Я когда-то помню, кто-то берсы повкачивал на архидемона. А, моторчик такой был, играл, по-моему, он был у нас архидемон, он показывал, у него с берсами герои были вкачаны. Вот здесь железка топовая, конечно, если есть ремка рунами. Так, ведьма для ПВП нормально. Франки, блин, столько ремок, и нафига они здесь? Просто жесть. Ладно, ладно. Почему не Махатма? Капец, ремка, для чего на ПБшку ремка? Он и так включается неплохо. Скорость набора хорошая. Короче, я понял. Ремка на гарпии. По-моему, здесь до меня был Рылев. Вот, это нормально, это нормально. Так, ну дальше пошли у нас допы. Я надеюсь, я на допах ничего не увижу такого. Пятый баст на ледяху. Нафига, пятая жива. Зато бочка с бегом. По-любому был Рылев здесь, ребят. Ладно, поехали. Поехали, посмотрим, что там у нас есть. 79 коробок. Просвет у него стоит. Уже 16-й прорыв, нифига себе. Прикольненько. Ну, просвет мы сейчас поставим на того, кто у него без эволюции. Утекание. Ну, что, я сразу делаю вот так.
Блин, жалко, конечно, девятки. Я лучше маскировку солью. Но маскировка на ней тоже бесполезна. У, воодушевление. Блин, как бы мне этого воодушевления на сардельку не хватает, этого, этой воодушки. Так, у него там что там была Афинка, не было, я что-то не так. Можно было бы сейчас для Афины поставить. Тыковка у него, в принципе, топовая. Еще воодушка неплохо для той же Ледяхи. То есть он будет быстрее включаться. Я показывал ремка рунами и вообще огонь. Такс. У Фрэнки ремка на PvP локации. Ладно, еще согласен. Ворожей для отхила хрон. В таком случае уже даже лучше хрона сделать с воодушкой. Блин, конечно, жесть, а не аккаунт. Как вариант, есть Анубиса сделать для фарма локации с воодушевлением. Либо хрона. Хрону поставить. Ворожея живо это, ну жалко сливать. Больше тут таких героев автопрокеров, которым бы хотелось поставить. Ну, в принципе, нет. Ладно, я просто залью это, чтобы никто не видел. Поставлю воодушку на фарм локации. В принципе, этого должно хватить. Так, самоуничтожение не надо. Тяжелый удар. Ну, там некому его ставить, там пятерки. Ремочка, отлично. Ремочка, ремочка, ремочка. Купидончик у нас с ремочкой. Так, хорошо. Ставим ремку на хранителя. Потом, я думаю, у нас еще выпадет на этого. Так, маскировка. Ну, маскировку я вам показывал. Она круто заходит для Фреи. То есть для героев, у которых есть ограничения входящего урона, остальных просто тупо сливают. И это нормальное явление, поэтому я пока поставлю ее сюда. Временно. Ну, нету тут пока кому маскировку лепить. Извините меня, но... Блять, жесть. Что за заколдованный аккаунт? Одни маскировки падают. Некоторые из вас просто, наверное, офигевают, да? Таланты, конечно, бомбические падают, но их выставлять-то некому. Так, ожог, маскировка. Нафига тут восьмой ожог? Лучше пусть маскировка уже будет. Хоть толку кого-то. Отлично, ремочка еще одна. Так, ремочка у нас это пойдет на... Пойдет, пойдет, пойдет на Атлантика. Топовый Атлант нужен. Так, ракушка можно пропускать. Стойкость, ну, бессмысленно ее кому-то ставить. Огненка, вот это уже поинтересней. Огненка. Поехали на наших дефных героев. Так, тыковка. Ну, Командору можно было бы как вариант поставить, но... Даже здесь оно будет получше смотреться. Так, еще одно утекание. Здесь так, чтобы не сильно сливалось на отражалке, можно как вариант Ярость Небес. Пропускаем. Блин, опять утекание. Вы издеваетесь, что ли? Бег. Бег, бег, бег. Каменка. Это лучший вариант для Рину. Ярость. Ярость, конечно, классная штука, но не в этом случае. Так, а тут у нас скинов нету. Вот плохо, когда нету скинов.
Ну, тут, знаете, вариантов таких особо я не вижу. Для живы. Укротитель хороший. Здесь вопросов нет. Так, стойкость бессмысленна. Бег. Замедление тоже бессмысленно кому-то лепить. Еще одна огненка. Хорошо. Смотрим. Повелитель. Следующую кинем на рогатку. Так, утекание нафиг. Девушка тоже не нужна. Берс. Пропускаем. Ярость небес пропускаем. Разбросик. Вот сюда пойдет у нас. Разброс. Берс. Бессмысленно. Ну, можно было, в принципе, бы и на Тасу поставить. Стесса с Берсом, конечно, классная. Так, еще одну. Еще один. Ой, блин, надо было сюда ТВ-шку поставить. Еще один разброс у нас есть, да? Так, рогатка. Стрелок. Ну, стрелок, ладно. Куда ни шло. Разброс, если у вас есть дальники, можно на них ставить. Тоже как вариант неплохо, и в некоторых случаях бывает спасает. Ставлю просто сюда, чтобы вот никто не видел этого. Так, ярость небес, поехали дальше. Бастион, вот, отлично. Уже получше, поинтересней. Так, варианты на баст я поставлю вот его сюда. Анубис у него пока потерпит. Это не критично. Железной воли, но Анубиса ему вполне хватит. Ожива. Ожива. Так, ожива, ожива, ожива. Рину без кино. Ну, оживу можно просто так кому-то тыкнуть. Даже тоже второй Тессе. Так, разброс нам уже никому не нужен. Стойкость тоже нафиг. Каменка намного лучше, эффективней. Тяжелый ударь. Ударь. Ставим сюда. Дополнительный удар будет на архидемоне. Это получше будет, чем берс. Тыковка. Надо ему тыковку качать. Так, отлично. Просвет. Просветик мы поставим. Опять же, на героя, у которого херня таланты, которого можно будет качать. Грубая сила. Ну, вы знаете, я вам скажу, многие не знают, ставят, лепят грубую силу, но она не ахти. Ее надо ставить больше эмблемой. Так, ТВ-шка. Дальше. Ожог. Но Ронина, к сожалению, здесь нет. На превеликий жаль. Ронина нет. Так, ярость небес. Приговор. Они вроде и классные. Так, бог войны, бог войны, бог войны. Это просто жесть. Воу-воу-воу, ремочка. Отлично. Хорошо, ремки падают. Раньше, помню, мы так сливали все ради ремки. Так, баст. Так, ну тут железка, жалко ее сливать. Одерю бессмысленно. Блин, знаете, на кого я хочу поставить? Можно было бы и сюда Кенди. Ее поставить, чтобы она забирала сразу же энергию. Здесь есть, есть. Мы поставим на ледяху. Вот такой вот ледяха должен быть в одушку рунами. Так, ожог. Нафиг не нужен. Самоуничтожение нет. СУ. Есть еще один баст. Отлично.
Такс. Такс. С бастами, конечно, тоже. Малышни как вариант. Я поставлю баст вот сюда. Она с бастом здесь будет реально универсальней. Так, каменка. Помотненько есть, ее в принципе хватает. Пусть будет. Блин, вот смотрите, как ожоги падают, а Ронина-то нет. Обидно. Изворот. Блин, тоже классно, но изворот есть смысл ставить на героев, которые будут использоваться в подземках, когда на них будут нападать, они будут заряжаться. Ну, как вариант. Но тут по героям, в принципе, уже по талантам мы и так запаковали. Вот, кстати, изворот можно ставить на ту же самую людяху. В этом ремочку уже влепили. Поэтому жалковато сливать. Не знаю. Поставлю на какого-то допа. Поставлю на бочку. Изворотливая бочка будет. Так, бог. Ну, бог войны. Бессмысленно, все равно качать не будет. Дар жизни. Поставим сюда, будет дольше жить. Ярость. Не надо. Огненка. И, пожалуй, я на огненке пока остановлюсь. Не хочу дальше тратить коробочки ему, потому что героев у него не так уж и много. Пораставлять, конечно, можно, но не хочется сливать. Тут уже, в принципе, более-менее получше будет, чем было. А, в принципе, почему и нет. Поехали. Поехали, еще потрешуем. Самоуничтожение. Ракушка. Каменка. Ну, каменку нафиг. Ожог. Блин, Ронина бы ему сюда, конечно. Разброс. Ракушка. Называется «Не хочу сливать». Приговор. Да вы издеваетесь, что ли? Гнев. Походу издевается. Тяжелый удар. Берс. Гнев. Вот именно то чувство, когда надо было остановиться, но мы уже не остановимся. Мы будем говорить «Остановитесь». Вот, и теперь можно остановиться. Оставим ему ремку. Пусть подумает. Есть варианты, конечно, над ремкой для PvP локации. Но у него, в принципе, тут уже и так ремок хватает на героях. Я бы деду, наверное, влепил на восьмерку, прокачал. Либо кому-то такому. Ну, можно остановиться, пусть повисит. Может, кого-то героя имбу получит. Кто его знает. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу талантов. Как мы поменяли, правильно, неправильно. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.